Генерал долбоёб. Не отходите Блять. Далеко. Чё это было? Воткнулся. Забаговался. Бывает. Заебись, блядь. Нет, чё-то очень долгий финал какой-то. Только не говори мне что. Ребят, всем привет. Вы знаете на каком же канале, и мы продолжаем играть в кровавое месиво. Как её? Bulletstorm. Full Edition, как там издание Быстрее, называется. Быстрее, неудачник. Такая натянутая враждебность, слегка вымученная. И мы остановились на каком-то... Точно. Где мы остановились, помнишь? Какая девушка стоит перед пиратом, который затащил ее в ад? Когда подойдет спасательный корабль? После потери хлыста у меня нет связи с базовым терминалом. Они не знают, что я жива. Но тот парень в капсуле. Если он жив, может, свяжешься с ним по моему хлысту? Не могу. Твой хлыст потерял функции после привязки к тебе. Он не может отправлять сообщения. Если он жив, то к нему идет помощь, чтобы вытащить его. Если погиб, эвакуацию отменят. Вот так просто. Так что у нас до этого было, ты помнишь? Нет. Ничего не помнишь. Видны следы сражения. А до этого у нас был какой-то громила огненный. Мы его столкнули. Пока. И теперь мы здесь. Ветродуйку, блядь. Да, и теперь у нас чё? Теперь у нас пиздец. Снопа есть? Все, есть вроде. Есть надежда. О, денег нет. Пошли. Надежды нет. Бегут! Стреляй нахер. Не могу поверить. Не, в яму, в яму, в яму. Да, он упадет, наверное. Мог бы его в яму. Либо выпни его на... Не, пинай, пинай. Лети, сука. Так ты понимаешь разницу, блядь? У них не попадает эта хуйта, почему? Ну а ты вблизи попробуй прям сейчас еще раз. Я вблизи попробовал, сука. Ой, блядь, ну еще раз, сейчас, если выживешь. Давай. Беги, порос. Может, летучих только. Ну, отпинать же можешь, нормально. Уже хоть что-то. Красить. Так, ты можешь на этот этаж спуститься, наверное. Да, тебе и на него и надо. Уничтожать уродов. Бить больно. Бам-бам-бам. Попался. Плюс 50. А чё ты? Нет, притянул. Читер. Как? А, типа они это... Сбитые. Понятно. Читер поебало, даю нахуй, но притягиваю. Ой. Сука. Проклятье. Помоги мне спуститься. Она нам больше не нужна. Но это же не значит, что ее нужно бросить. Еще совсем недавно ты бы сам так сказал. Уроки этики, Грей? Все изменилось. Так ты сдаешься? Компьютер берет верх, да? Хорошо, иди. Мне все равно надоело слушать твое нытье. Помни, Сарана под моей защитой. Попытаешься убить его, и я без колебаний разберусь с тобой. Разберешься со мной. Посмотрим, кто с кем еще разберется, мудил роботизированный. Эх, Тришка, что ты такая неаккуратная? Давай, девочка, рано еще выходить из игры. Искусственное дыхание. Тебе бы зубы почистить. Я слышала ваш разговор. Все это? Ты устроил все это для того, чтобы поквитаться с Сарана? После всего, что он сделал, да. Я пойду на все, чтобы убить этот вонючий кусок дерьма. Почему? У него руки в крови. Больше крови, чем ты можешь себе представить. Кто бы говорил? Вы, банда грязных гондонов, убивали детей. Вот что тебе Сарана сказал. Так что? Я должна верить словам мятежника и пирата? Знаешь, почему мертвая эхо отказалась служить Сарана? Сарана пытался использовать нас для всякого жуткого дерьма. Хотел, чтобы мы убивали гражданских, политических противников, репортеров, свидетелей. Что? Что ты сказал? Репортеров? Говоришь, Сарана убивал репортеров? Я знаю, по крайней мере, об одном. Парня звали Новак. Пиздишь! Как ты можешь это знать? Новак? Ты его знала? Моего отца убили сепаратисты.
Я вступила в чертову армию только для того, чтобы найти тех сволочей-сепаратистов, которые убили его. Если ты знаешь, кто спустил курок, скажи мне, блядь! Я не знаю, кто выполнял, но приказ отдал Сарана. Ты чертов лжец! Откуда еще я мог бы знать имя Новака? Мы раскрыли все файлы Сарана. Твой старик был одной из причин, по которым мы откололись от Сарана. Если ты врешь, я тебе нахуй глотку перегрызу. Если ты врешь, я клянусь, я убью тебя. Медленно и мучительно. Ты пожалеешь, что не погиб в крушении. Какая злая девочка. Дерзкая. Давай поговорим с добрым генералом. Не только он. Теперь мы типа от того отделились, все. Да. Того вонючего робота. О! Давай, карабкайся. Лалкаем. О! Плэээ! Можно без возгласов. Твоей-то удачей, может, лучше я поведу. У меня есть фонарь, просто держись рядом. Идти за кем-то у меня не получается. Точно. Опа. Старым псам не по зубам новые трюки. Эй, ну не так уж я и стар. Да, но пса ты точно не оспоришь. И фонарик он врубил. Налево, да? Контрол. Может, там не пройти? Напрягают эти закрытые помещения. Ты боишься, Барбара? Нет. Чёрта с два! Добра. Чё-то какой-то страшный звук. Я догадываюсь, кто это. Вау! Бля. Не знал. О, вот это вонь! Ага. И воняет всё сильнее. Бля. Фига себе. Красота. То есть, ты только глянь! Ебать. Фу, отходы выжигателей. Ебать. Вот это картина. Да и на каждом углу он слева, справа, спереди. Сука. Как будто сзади пришел. Было ощущение. А, он там, через решетку ходит. Бля. Во, вот он, да. Я, кстати, узнал, почему игра такая мыльная. Я когда это начинали играть, я не понял, это типа ремастер. Игра сама старая, и в этом графон старый. Ебать. Вот поэтому так. Что за? Там патроны были. Сейчас будет босс какой-то большой, наверное, жирный. Либо много противников. Да. Эй, Тришка, еще один твой поклонник у порога. Здорово. Он еще жив? Это тот? Да, это тот, которого мы типа столкнули в предыдущем выпуске. Ему было мало, и он хочет... А. Еще. И сейчас он мутирует, станет еще больше, да? А нет. Такое чувство, что вот сейчас надо сказать что-то умное. Почему сейчас? Все правильно. Все правильно. Чувствуешь? Что? Свежий воздух. Мы почти выбрались. И да, по-моему, мамаша должна была объявиться. Но что-то я пока нет. Господи, надо, спасибо. Найти путь обратно на поверхность. Всегда, пожалуйста. Базар мне. Какой Бахо. Же ты идиот. Как же ты идиот. Я алкаш, меня зовут Никита. Я пришел убивать вас. Да. Интоксикация. Алкаш Никита вышел на охоту. Дыщ, пить хатку. Перезаряжаемся. Лифт. Здесь ничего. А, ну ладно, патроны. 150 сразу заебись. Халява! Батя в здании нахуй. Но.
О, сигнал дал. Все. Эй, пиздос. Готовься. Берись на пух. И всех бубу. Ну, со снопа быстро было бы. Я, он так не притянется. Ты вообще попадаешь? Да беги, беги, не очкуй. Они еще с гранатометами. О, лол. Это типа яйки или чё? Под тобой, ой, кукла воду, под тобой пистолет, по-моему, валялся какой-то. Да. Вот. Это новый или старый? Нет, старый. А, старый. Я думал, новый какой-то дают. Ну там одно место осталось для ячейки с оружием. Это, наверное, этот миниган. Бам! Бля. Пиздец. Так жизненно было. Он чистки подает. Он так руку еще поставил. Ой. Все. Чести больше не будет. Кстати, когда ты его убил, он же повис там. Он открыл рот, по-моему. И потом закрыл его. Что такое было? О, да ну на. Ебать, ой, я снайпер. Хотя сам с того не старался. У тебя нет. 3500 у меня. Вот здесь. Да. Да! Все. Изи. У нас осталась снова пушка, только ее прокачать. Бля, это сука. 5760. Ха-ха. Не так все быстро. Ух. Ой. Лисья бачка упала. Шарик. Ты достал. О, стопу возьми. И не парься. Но я убью тебя. Не мой халло. Хуясь. Разрывной патрон сделай. Разрывной. У тебя их много. О, нифига он быстрый. Блять, ты в бомбу попал? No. Он жив? Я жив, сука. Нет. Ты сейчас дома. Не бойся! Барабайн. Снайпер. Снайпер, 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 снайпер. Элитный снайпер. Много. Чё? Чё? Вот это поворот, бля. Ты чё здесь сидишь, урод? Он хочет паять. Он еще такой сидит за этим шариком, такой беспалевный. А шарик вообще в невесомости. Я охуел, блядь, от жизни. Чё за бред? 295 теперь. Чё херни страдаешь? О. Опять дядя какой-то, да? Ну, конечно. Конечно же, дядя. Ой. Он красный. Аккуратно. На. И теперь еще раз. Можно разрывным в голову. Беги. Разрывной? О. Ну, было больно. А. Давай, шо это его? Прощай, мужик! Бум! Все, нет мужика. Был мужик, нет мужика. Патроны, патроны, это хорошо. Ну, патронов не бывает. Тягивай. На, всё. Сука. Проколотый. И на его... Все. Да и бомба. Так. Все. Все чисто. Так, теперь сразу сейчас закуплю. Че ты хочешь? Так. Ой. Пять. Да у тебя. Бля. Я думал, ты хотел этот взять. На, хотел тебе быть бабок мало еще. Да, там 5 косарей. Вау! Вы че, пацаны, а?
Чё ты такие дерзкий, сука? Мощным выстрелом в него. Ну, можно так. В принципе. Он большего не достоин. Всё, нахуй, насадил, блядь, обои. Да, теперь куда? О, еще одна. Ну, она нам не нужна. Вообще не нужна. Она буквально в 10 метрах. Смысл? 12 осталось. Чем? А зачем? А хотя бы... Зачем? У тебя касать почти. Ох, когда мамаша будет? Какая мамаша? Динозавров. Ты уебанец, блядь, ты че ебанец слышишь? Ну, она должна быть, по-любому она шумела. Че, зря что ли шумела? Так неинтересно. О, автобус тот. Наш автобус. Который этот, блин, пихнул. Наш этот динозаврик. Смотри, ты это видела? Какого черта тут происходит? Да. А у нас тут проблемы посерьезнее. Походу, да. А здесь все лучше и лучше. Блин, как они меня бесят тут своим внешним видом. О, надо. Ты его пнул, а другой его сбил. Это отвратительно. Все, твердая рука, пинай его в яму. А, ну так можно тоже. Проблема решена. Ха-ха. Нельзя Ох, терять время, давай. Пошли. Ищ. Такой же фокус. Да, о, хвостик. А это еще что за говно? На пути в город вы через пещеру не проходили? Может, поссорились с кем? Ну да. Может быть. Да что ж ты за хер, идиот? Не знаю. Да мы так чуть-чуть это там прибрались у нее дома. У нее там какие-то это шарики стояли со слизью, мы их разбили, нахер они их нужны. Это яйца были дебилы. Блять, это понятно, что яйца. Это я с иронией сказал. Типа мы не знали, что это яйца, вдруг мы бы их оставили. За машиной! Ой. Какой страшный. Ой, фу. Я ж думал, ты стала. Еще выжигатели. Да что не так с этой планетой? Да говно там, валить отсюда быстрее. Они, кстати, от одного этого что ли шотаются? Эти твари прут! Прикосновение какой-либо точки? Ну-ка. Да. Лол. Лол, да. Нет, я его пересадил. Мамочка пошла. Вперед, вперед! Должки отдавать. Да. Все. Ой. Вот это можешь. А, ладно. Я думал, долго тупнуть. Гнойная жижа. Фу. Блин. Бля. Бля. Ой, он с текстуры упал так незаконно. О, все упало к херам. Тачку надо пнуть, видимо. Скорее. Да. Пнуть. Найс. Держи. О, да. Какая? Гекатон. По большей части. Гекатониха. Пошел нахуй. Все. Теперь мы в желудке были. Входу. Все, нам пизда. Вот это у нее зубы, блин. Такая стрёмная. Большая, жирная, стрёмная. Да ладно. Она нас не заметила. Нет, просто жопу спасла. А. Ну все. Тоби пиздец нам. Если мы в здание, конечно, успеем. Да успеют там. Стрэмпин. Еще чуть-чуть. Диди. Мы в домике. Ха-ха.
Посмотри все. Стекло. Суки на док! Нет, мы не в гонике. Блин. Что ты ей сделал? Дедок ее убил. Что? Нет. Нет, конечно. Может быть. Если бы остался со мной, тоже был бы здесь. Потерял контроль над искусственным интеллектом. Мы что там выжили? Следуйте за отрыжкой, выполнение. Что теперь? Да, до чего добраться надо. Я рулю. Я за пулемет. Давай, от винта. Да. О, бля, базара нет. Так интересно. Давай, прикрой капитана заебана. Херач, Мию. Ой, нет, не ее, а огнеметчиков. Ужас. 5. Все, мы накопили. Почти. Там 5 с лишним. По-моему, 5 часов. Лизните-ка мой соленый страшный суд, шлюха-циклисты. Шлюха-циклисты, сука. Бам. А чё она куда пропала? Бежала. Испугалась. А, не, вон он. Она просто отошла. Блин. Должно быть через твою вонь. Подойди ближе. Я отучу ее ходить со мной по пятам. Если эта сука продолжит, здание упадет. Мы их обоих потеряем. Полный фиранс. Защитишь и не дайте гекатону разрушить здание. Вон, поэтому. По макушке, мол. Целься сзади. Гекатон, блядь. Бегись! А! Сука. Ты сегодня говорила, что умеешь летать на этой штуке. Щит. Видишь ту грязную рану у нее на затылке? Стреляй туда! Да, уже, я уже сказал. Иди на жесть! Бля. Это мамаша. Ой, сука. Ну, яиц у нее нет, так что не работает. Стреляй в одну! Горячий супчик несу! Бля, вон. Да, это сюда. Так, все готово. Бля, все. Джиджи, ты умер. Помним, любим, скорбим, Никита. Блять. Ебой, иди на жесть. Еще. О, все, она упала. Раком стала. Нет. Вон. Много стервятников. Шарик. Все. Это хорошо. Да, еще сверху. Да, блин! Эй, вы меня прикройте! Ага! Прикройте меня! Я тут закопался! Блин, у тебя хп мало осталось. Один раз ударит, и ты вдруг. Не дайте гекатону, а все, разрушите. Выполнили. О! Найс! Какой же он мерзкий. Тише! Что с твоим лицом стряслось, сынок? Надо двигаться! Быстро! На свой бок посмотрел. Само уничтожение запущено! Времени нет! Бля, все, кого-то схавали. Не, капсулу схавали. Ага, не успел. Да. Ой, зря ты это сделала, мамаш. Ой, зря. Не ваше действие. Что будете делать? Грей! Или вас убьют? Генерал долбоеб. Чертовски любезно с твоей стороны помочь Тришке спасти меня. Тришка, прошу тебя, покажи этой мятежной куче экскрементов нашу благодарность. Надо сначала кое-что выяснить. Ты убил моего отца? Да нихуя я не знаю о твоем отце.
Это все Грейсон. Он тобой манипулировал. Скажи ей правду. Опусти ствол. Ты шутишь? Нет. Твое правое негодование мне уже дорого обошлось. Сюда придет корабль, чтобы эвакуировать Сарана. И я на нем улечу, как ты мне и обещал. Кажется, у меня появился новый лучший друг. Да пошел ты же. Обещал, значит, обещал. Да мне вообще насрать, чего вы там хотите сделать. Если кто-то из вас причастен к смерти моего отца, я умру счастливой, зная, что утащила вас с собой. Ладно, ладно, вижу, мы все слегка не в духе. Но, друзья мои, нам сейчас нужно поймать рыбу покрупнее. Корпорация, которая облажалась постройкой этого вонючего курорта, наняла меня за большие деньги взорвать ДНК-бомбу, которая уничтожит всю жизнь. Город же при этом останется совершенно невредимым, что позволит этой самой корпорации вернуться сюда и все восстановить. Не самое подходящее время посвящать нас в детали твоего дела. А теперь попридержи свой член на секунду, жополиз недоебанный. Эта ДНК-бомба взорвется через 2 часа. А отряд по спасению меня прибудет сюда с кораблем через 3 часа. Ну, полудурки, слабо вам подсчитать, сколько будет 2×2 и понять, в чем проблема. Он говорит правду. Нет! Сукин сын! Подумай немного, малыш. Убьешь меня, и никакого корабля домой не будет. Вы оба умрете. Мне представляется, что я оказываю вам услугу. Ну, вот узнает она, что ваш отряд мертвое эхо и есть те ребята, что убили ее старика. Рожайте уже. Передают гамма-шторм. Так, что если вы пиздохуи хотите пережить ближайшие 2 часа, надо найти укрытие. Потом доберемся до Одиссея и деактивируем бомбу. Будь благоразумен, мы все еще можем выбраться отсюда живыми. Не знаю, смогу ли жить с такой благоразумностью. Да. Бред. Я просто толкнул нахуй, все. Я ногу. А потом бы... Избавлять шаг! Нам еще далеко идти до подземелья. Подземелья? Только так, нас не накроет шторм. Тут везде входы для рабочих в подземелье. Ближайший находится в следующем здании. Идем на мост. Кто же работал под городом, что понадобилось столько входов? Меньше знаешь, крепче спишь. Потерпи. Чуть не слабо верится, что она умерла так просто. Если она действительно умерла, то это пиздец. Фейл. Она не умерла, живая, блядь. Тупо столкнул, блядь, и все. Я еще тоже не чувствую. Не горюй, Сюжиен. Пока между нами и этим космическим шквалом есть какая-то преграда, будем живы-здоровы. Ебаный стыд. Так. А чё? Обсикался. Я думал, нахуй сразу летит. Не. 10 косарей, бейба. Ебать. Охуенно живем. Еще повышай. Повысить. Ты чё, дурак что ли, блядь? Патронов нихуя нету, бля. Патронов нихуя нету, бля. Все максимум. Все, тираж надо будет. Ебать, 1700 осталось. Чё-то так мало, а? Так максимум всё, что было, всё. Ладно, уроды, сейчас вы получите от меня по полной! Водный рефлекс. Блин, как он меня раздражает, этот хмырь тупой. Типа, а если бы они переоделись бы в этого генерала? Интересно, не бы спали или нет? Самолет прилетает, и генерала нет, но типа он стоит, но только это, а этот алкаш стоит за место него в его костюме. Полагаю, там внизу намного хуже, чем здесь сверху. Смотри, не обоссысь, Диана. Я вроде тебя такому не учил. Что, новые жертвы? Вперед! Бля.
За спину. Все. Умер. Засранец. Лол. Сильная. Хотя можно было пнуть его лучше. Сильное сопротивление. Вам повезло, что вас защищает уполномоченный генерал конфедерации. А я-то ну, думал, да. Что мы связались с психопатом и военным преступником, которому нужно морду начистить. И кто же ее начистит? Ты? Сейчас только швабру найду. Сейчас не на 5 жарабас какой-то выйдет. Хотя, наверное, надо это. Вау, 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 садись. Критическая ситуация. Ты чё это ж? Это чё это? А, это пулемёт такой. Mm-hmm. Я думал, чё это пиликает. Пиликало. Ой, молния. Ты, кстати, под молнией попробуй пнуть. Нам дадут какую-то ачивочку. Ой, выброс. Нет! Еще выброс. Не могу! Сука. Ой. А, ну так было понятно. Это за... Ой, за спину надо! Нихера! Он прям в тебя вошел. Ну, то, что он, конечно, делает, это невозможно. Взял такой, тупо вытащил ее. Надо выдрать энергоячейку из пуза. А, это новый. Вон, вот это промежность. Где? Заебал. О, в голову, в голову. Нам было этим притянуть. Не, притянуть надо было. Сука. Ну, живот, значит. А, может, сейчас. Хотя, я думаю, если ты бы сделал пулю разрывную, ты бы пробил бы, наверное. Его броню. Сюда! За мной! Типа вот. О! Ну вот последний, да. Да, ну только за место. Ну хотя ты мог бы взять, чисто чтобы я сохранить. Тут же недалеко этот будет. Следующее. Амунишн. О, опять. А, вон амуниция, я вижу, кстати. Она вон, справа. Лоу. Тупо притягиваешь и все. Вот и не лошары. А тут соснопы убей. Соснопы это этот. Мир мутировал из-за этой гамма-радиации? Можно назад сходить, за той пушкой, если хочешь. Твои уденькие девочки глазки что, видят неважно? Еще одна расистская шутка, и ты вылетишь в шторм. Блефуешь ты так себе, дорогая гейша. Вон слева амуниция. Справа. Вот, во, 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 во. Как ты не заметил? О, новая. А, ну окей. Не, я думаю, типа она должна быть у тебя в руках. А нет, все гораздо проще. Можешь ее взять за место дробаша, к примеру. Нахер, блин. Ну, раз попробовать. Спортивный интерес. Да хуйня, блядь. Больше очков бы вы заработали. Так что, новая пушка, вся фигня. Нихера себе, ты камикадзе. Ау. Финально.
да, в ту яму еще можешь, кстати, их толкать. Забирай. Попался, баб, выйди, выброс. Больно. Не бачу, не больно. А хватит, хватит, иди. Ой, блин, да. Тупая вонючка. Не, далеко. Ты что делаешь? Тут нужна снайпер Элишин. Ты видел, да, нахуй, просто полетел мимо? Да. Снайпер Элишин, потому что... Уже нахуй нет. В грудь ему. В грудь. Пиздец, какие надо джарабасы бы, чтобы... Это бред какой-то. О! Да ну на. Как так-то? Это ты можешь на зарядку стрелять? Да. Ебать. Чё мы раньше так не делали, а? Мы столько проблем решили за раз. Прощай. Пока. Ой-ой-ой, бля. Все. Вообще, в голову пришла мысль построить город в месте, где бывают такие шторма. Фильтры радиации были уничтожены во время бунта рабочих. Кучка коммуняк-социалистов решила, что с ними обходятся нечасто. Ты не стрелять не можешь, да? На следующий день вся контора развалилась к хуям. Сука. Чего сейчас я отвечал на этот факт? Да, я бы хотел, чтобы тебя кто-то убил. Отвечай. Я еще 10 штук. Не, ну в описании игры звучит так, что типа вы либо спаситесь, либо убить его. Такая херня. Может быть, в последний момент нам дадут выбор. Проходит через трещины. Два ребеночка вернулись под крыло к папе. Не бойтесь, папочка вытащит вас из этого страшного места. Прямо сейчас я разрываюсь между желаниями убраться с этой планеты и вышибить тебе мозги. Будешь нарываться, да. Станет намного проще. А вот Киши всерьез настроен пережить это все. Попробуй, ткни меня пальцем, и мы увидим, на чьей он стороне. Ну не Иша, а робот. Купители 1600. Ебать, ебать, да вы охуели. Почему такая экономика, а? Чё за задница? Так, ну в принципе можно один хуяк. Может повысить на балл там какую-то херню, и меньше бы потом они стоили. Черепа! Всё. Экологистика, и на его. Да, не его. Да, отбой, вот его. Нет толку! Надо. О, шнуры. Шнуры я люблю. Будет весело. Нет. Бля, нет, весело не будет. Слишком это... Высоко. Это тебе надо вот сюда встать. И пнуть его. Нет. Сука. Что высоко ставили? Значит, много дают. Чуть пониже можно. Бам! Бам! Ну так тоже пойдет. Вау! Где? Нихера себе! Сучка. Сучка, эй! Не-не-не, далеко. О, рота. Блядь. Жесть.
Да снопу возьми, не парься. От каждого атаку и стреливать. Вот. А разрывным может быть. Мог бы и двоих убить. Лол. Лел. Разрывной можешь. Разрывной? По-моему. Еба. А нет, ты не разрывными стреляешь. Потому что разрывными можно двоих убить. А почему, блядь, не работает, сука? Чё ты хочешь? Бэм! Пару выстрелов добил. Сука, еще спуститься нельзя, как назло. Не, никого не задел даже. А, нет, чуть не хватило. Сука. О! Они притянули его немало. Чуть-чуть. А как он Иши спустился? Вон они. А. Ну все. Чисто. А, нет, один вот так. Просканировал зону. Обнаружил запасной вход в подземелье. Ура! Другого выбора нет. Так иди, тебе все равно туда идти. Спустимся в гараж на лифте. Так подберешь. Вроде все. Угу. А, вот это точно. Это и бомба. У нас еще что-то есть под танком. Да. Изи. Ебись, были патроны. Но больше нет. Полюба. Слишком читерским. Это не считается. Я про большие. Нет, ну, короче, все обычно. Катаемся. Ладно, теперь точно не будет. Это тоже не считается. Все. Так, ну все. Теперь нам же надо приходить. Ты еще делать? Плюшкин, сука. Ой. Ну круто. Вау! Дедули. Дули-дули, до свидули. Бля, тут еще электрический. Сейчас мы начнем. Пуза! Не. Вчера разрывным стрельни. На нафиг, а чё? Да иди. Да ладно. Ходи, он живой еще. Кью. Что ли так? Я горю. Жаркий мужик. Эли, сучка. Оу, oh, yeah. Жаркий парень. Не, это же ничего такое. Эти рабочие. Это синоним слова рабы. Рабы? Ха! Кучка приговоренных преступников и негодяев, которым дали второй шанс. Они выполняли всю работу в городе и туннелях в обмен на сокращение срока. Заебах. И вот что получается, когда проявляешь снисходительность полным уёбкам. Так они населили подземелье города каторжниками? Гениально. Тут ничего нет. Там дальше. Патроны? Или нет? Нет. Да тут ничего нет. Нашел. На память забрать хочешь? А ну заберись! Сейчас мы попрем в самое дерьмо! Спасибо. Найс перспективы. О, миссия закончилась. Ауе. Сейчас будет самое дерьмо, блядь. Это, наверное, предпоследний сейчас будет. Перед вами, говнюки, отстойник.
Черт, а ты не шутил. Тут тысячи человек могут жить. 28 тысяч, если быть точным. А что с токсичными отходами? Побочный продукт от работы гамма-фильтров города. Чиновники раскапывали холмы специально, чтобы складировать отходы. То есть дерьмо в этих холмах? Ага. А местные птички болели, умирали, мутировали и так далее. Так что... Эти дурные дрочилы решили подняться на поверхность и разрушить гамма-фильтры. Нет фильтров, нет отходов. И нет защиты от шторма. Каторжники об этом не подумали. Что тут осталось? Оу, супермодели Минетчицы с большими сиськами и желтой лихорадкой. Откуда мне-то, блядь, знать? Бля. Какую херню он несет. Нет, лестница. Нет. Тихо, никаких резких движений. Это что, пойдет? Дерьма того и глядит. Вау! Черт, упал. Держись. Пинай. Проклятие! Что же за пиздец? Это жидкость! Очень радиоактивная! Вы так и будете в ней полоскаться? Или все же пошевелите задницами? Где логика, алло? Дыхание! Логика, сука. Как вы вообще еще живы? Пиздец, блядь. Сейчас бы по радиации так бегать. Уличные насосы выбрали самое неудачное время. Оу. Интересно, если ты бы их в воду столкнул, они бы умерли или нет? Но это не вода, но все равно. По-моему, нет. Нет, он живой. Капец. О, карабкаться, карабкаться. В булке. Это что, позри? Снова оказаться в дерьме. Да. О, что он такой красный? Кто зарядил? Блин. Видишь? На сканере ничего. Какой-то мутант. Паук. Человек. Спойлер. А, вот дерьмо! Помощь мне бы пригодилась. Генерал. Сюда. За мной. Ага. Мы еще разъединились. Странно. О, да. Все. Да. Не, он высоко. Этот нет. Да. Ой, блин, сколько их? Четверо или пятеро? Там еще, кстати. О, да. Сразу всех просто. По 250. 1250. Е. Бомба. Бомба-лейла. Бомба-лейла. Сейчас, пусть подойдут. Пусть подойдут. Бам. Сейчас поменьше. Ну, тоже сейчас. Все. Теперь можешь бежать. Кровь какая-то странная. Как будто краска, я не знаю, обрызгали.
Лишь это рабочий датчик с хашми. Угу. Девять штук осталось, значит не так уж и много играть еще. Где-то часик может быть примерно. Все. Хнык. Все. Херовый из вас прикрытие. Ладно, здесь есть дверь, которая, как я думаю. Блин, а я так надеялся. Ох, ёж. Эй, дуралей, тащите сюда свои задницы. На пороге большие проблемы. Иши, на другой стороне есть переправа. Пошли. Все последние 10 лет мечтал о том, как убью Сарана. Никак не смирюсь с тем, что спасаю его. Ты мог его убить. У тебя были шансы. Должен тебя отсюда вытащить. Исправить свои ошибки. Много лет назад, когда мы узнали правду о Сарана, мы могли бы исчезнуть во внешних системах, скрыться и были бы в безопасности. Но я всех вас затащил на далекие окраины темных равнин в погоне за чудо-генералом. Да, я знаю, Виши. Думаю, не знаешь. Твоя жажда убить Сарана за его преступление родилась не из личной мести. Это было правое желание отплатить за тех невинных, для убийства которых он нас использовал. Ты вел нас по пути искупления, дал шанс спасти наши души. Я всегда знал, что готов умереть за это. Ах, ты слишком хорошо думаешь о моих мотивах. Что бы ни случилось, что бы я ни говорил, теряя власть над разумом, знай, ты мой брат. Я шел за тобой по своей воле. Я не виню тебя. Помнишь случай с Новаком? Той девочкой, дочерью Новака, была Тришка. Я не смог помешать Сарана убить ее. Я даже не знал. Да уж. Ладно, мы доберемся до этого спасательного корабля, но как только выберемся из этой дыры... Снимем скальп с этого уебка. Где это чучело? Черви! Прямо над нами! О! Ложись! Да. Еще тут звук какой-то у дробовика странный. Ты не чувствуешь, что это дробовик. Думаю, если дробовик стреляет, там прям какой-то ух. Заряд энергии, что ли, а тут как-то... Не очень. Как мне. Было красиво. Стреляй! Точно! Точно в цель. Да, срочно. Так, меня сейчас. Снопа. Все. Так, а что ты можешь прокачать? Бля, вот это, по идее, ну, блядь. Ну, нахер. Чуть-чуть прокачивать. А чем? Лучше экономить, блядь. Да и так нормально, 5 косарей. Че экономить? Заработаешь? Не, ну вот, конечно, если такие заряды брать, конечно. О, брать. По 1600, то... Да, сама отдельная штука. Снопа, короче. Это тема. Справа! Где? Какого права? Где? А. Там где? Ой. Стреляй. Два выстрела. На. Блеф. О, четверых что ли? Бам! На нахуй, ногу, сука. Пусть даже так. Позади! Ой, блин. Ща нахуй все будет. О, все. Отлично. Наступай. Девчатки, нет? Ты
Звучатка, звучатка. А, ну ладно. Так тоже пойдет. Убить снайпер. Снайпер убил снайпера. Работа сделана, генерал. Трус. Можешь выходить из своего обоссанного угла. Спасите Сарана. Всегда делай так, чтобы дерьмо убирали подчиненные. Слышишь, Иши? Пройдя по этой радиоактивной жиже, наш чудо-генерал мутировал в огромную пизду. Пошли. Туннель впереди. Надеюсь, только что пиздила в него поместится. Повсюду токсичная жижа. Понятно, отчего этих ребят так перекосило. Да нихера ты не знаешь. Ты убиваешь граждан Конфедерации, мальчик мой. Туристы, которые не смогли попасть на спасательные корабли, спустились сюда, чтобы скрыться от бешеных зэков сверху. Боже. Может быть, ты только что выпустил кишки школьной учительницы или матери троих детей. Тебе бы научиться лучше скрывать восторг в голосе. Как раз для мамаши место выделили. Хотя мамаша сдохла. Так что, в принципе, не должно быть. Наверное. Хуя он вкурился. Оу. Найс. Тупо себе дорогу пролаживаем. Ой. Что-то пошло не по планам. Пиздец. Сюда идет смельчак! Эй, мы им не нужны. Они в ужасе. Мамочка Грея, наверное, где-то тут отсасывает бесплатно. Бля. Оу. Глянь на это дерьмо, оно камень прожигает. В мутантах полно радиоактивной гемолимфы. Не отходите. Блять, далеко. Че это было? Это была туча мышная. Ебать, он лаганул. Я в охуе. Кази до бесконечности. Миграция, что ли? Заклинание не сработало, только карман на заднице съежился. Плохой знак. Вон, этот лифт работает. О, магазин. Хотя ладно, не надо. О, забирай. Лада, пойпа. Чи. О. Паучок. Это намерен. Они пытаются уничтожить лифт. Эти хуесосы охотятся на нас. Не давай им подойти к штырям. Они же турбину к ебеням расплавят. Это стрельба, по-твоему? Нет, хитрые. Да ты хоть целишься? Бля. Еще чуть-чуть. Мы не можем себе позволить нас расстрелять. Нет. Механизм проржавел. Стреляй точнее, кастрат ты сраный. Кастрат сраный. Ты не жалок. Че, долго там две верхушки? А, чуть-чуть. Ой, все. Мы это сделали. Их слишком много. О. Но помещение есть 5 секунд. Пошли. 10 секунд.
Скользи, сука! Слишком близко. Дерьмо это было! Подумать противно, как вы будете дрожать в настоящей драке. Побереги красноречие, генерал. Расслабься, пусть гиперкомпенсация пройдет естественным образом. У меня же выход. Бэм. Посмотрите на нее! Посмотрите, что вы, блядские предатели, сделали с моей малышкой! Время Одиссея. Идет. Давай спускаться. Будем держаться за стальной трос крана. Последняя миссия, походу. Наверное. А может и нет. Давайте, жопошники. Моя малышка находится вон там. Какой механизм этой бомбы? Тот, которому недавно рожу разъебало. Надо добраться туда и заткнуть ее, или... В общем, все сдохнут. Мы поняли, да. Да. Думаю, мой экипаж уже мертв. Мертв по вине Грейсона Ханта. Теперь ты можешь занести в свое резюме массовое убийство, Хант. Девка, походу, реально умерла. Что-то ее нет. На борту Одиссея было более 700 душ. И вот они пред нами. Оставь это, Сарану. Ты людей убил, Грей. У них были семьи. Их ждали домой. Как думаешь, сколько боли ты тогда принес во вселенную? Я бы сказал, что тут мы... Хватит! Некоторых съели, некоторых изувечили, поиграли с ними. Здесь выжигатели! Выходи! Оставь. Я просканировал зону, пройти можно только одним путем, идите за мной. Нет, да, пацаны. Хант, как тут ужасно тихо. Думаю, тела взвешивают. Я сейчас счет на еще одно увеличу. Бэм, 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 бэм. Бля. Изи. Еще я. Двое. Все. Еще. А, вот там была. Вон. Повыше мог. Все. Он сотрал. Все, проходи. О, 4 у нас, 400 уже этих. Очечи. Получи! Патронов. Все, нет патронов. Здание едва выдерживает вес Одиссея. Так нам можно не торопиться? Вздремнуть может? Ты ведущий, ты выбираешь скорость, тише. У тебя, кстати, патронов много. Весь магазин. Тебя прям фартит. Ну я ж чисто этими хуйнюшками хуярю. Ударами пинками. На. Пьюшку, пьюшку, пьюшку. Сразу на то. Ты не будешь подходить? Или типа хочешь сначала зачистить? Блин, что он делает? Все. Тупик. Нет, можно пройти. Так, 4800. Возьми что-нибудь. Че? Пиздец ты, дятел. Дал бы ее, блядь. Сейчас наберем, что ты переживаешь. Я думаю, что-то стоящее возьмешь, а ты? Почти добрались. Тупо одного ударника. 6 штук. Ты хуй, что это мог бы притянуть, он бы просто это? Ну, нет, я просто сделал мухобык. Ладно.
Оу. Оу, май. Я не ожидал такого ворота событий. Это было четко. Оу, он даже кверху. И ты кверху. И ты кверху. И ты кверху. И ты тоже кверху. Еще. Ой, блядь. Ты тоже кверху. Нет. Он к тебе. Я тут к тебе. Ой, блин. И он к тебе. Най. А, ну он так вверх. Фу, сука. О. Блять. Че ты? Это был действительно. А теперь что? Скорее! Ноги в руки, взблёвыши! Бомбы вон там! За трупами всех этих матерей, всех отцов, что вы убили! Дверь сломалась! Давай, пытается... возьми хлыст финального эха, который ты спёр! Схвати контейнер нам... и закинь дверь! Ладно, на совесть надавить, сука! Давайте, доберёмся через шахту! Какие же мы плохие, по его приказу всех убили! Тик-так! Тик-так. Нервничайте, ребятки. Заткни свое гребаное ебало. О, малыш сегодня не в духе. Чувство вины все сильнее, не так ли, мой мальчик? Вот дерьмо. А все эти трупы тут совсем. Сделайте что-нибудь. Да на здоровье. Становишься впечатлительным, малыш. Хочешь, чтобы папа обнял тебя и сказал, что ты молодец? Даже генерал Кросс не был таким уёбком. Только половина из них использована. Особо времени не было после вашей атаки, сосунки. Мы сбили твой крейсер, вот что мы сделали. Сбили твой суперкрейсер кораблем класса D Спектр. Это должно быть противно осознавать. И хотя не все члены твоего экипажа успели добраться до спасательных капсул, ты, как я посмотрю, успел. Сначала сзади. Женщины и дети, сзади. Так? Здесь, наверное. А нет. Зашли внутрь. Да. Мой сканер показывает большое количество акрилонитрила в воздухе. Сильно токсичное и горящее вещество. Не стрелять. Никакого оружия. Конечно же, все закончится хорошо. Только пески и хлыст. Не стрелять. Мясорубка. Ой. Он жив. А нет. А где он? Жди сюда. Ой. И на его. Класс. Все. Халява закончилась. Нет, халява продолжается. Еще. Еще. Мы близко. Еще пару этажей наверх и на месте. А, черт. Поля электромагнитного излучения. Детекторы движения активировали протокол защиты. Тут я ничего не могу сделать. Реактор вот-вот просрется. Если он взорвется, это вызовет детонацию бомб. Да тебе-то что, Сашиел? Ты уже наполовину труп. Нет, наверное, все-таки это приятно снимись. Типа еще одна должна быть. Эй, помедленнее, партнер! У меня тут мутант подгорает. Воздух чист, можно стрелять. Да, можешь их выпнуть просто. Либо в эти, да. Тоже как тема. Силовик. Капитал контузило. Заебись, нахуй. Сейчас опять. О, бомба. Бомба Лейла.
не успеешь. Теперь успеешь. А, это сюда надо. Окей. Да. Не-не-не-не. А. Я думал, ту надо пнуть, которая за тебя ящик. Проклятие. Какой же там был код? Да я просто хуйней страдаю. Веселые времена, а? Так, чё? Фул. Блять, почти тоже. Идиот. Ну а чё, блять? У тебя два новых оружия, которых ты нифига не используешь. Он нахуй мне нужен, блять. По фану попробовать разок. Топовые пушки у меня, блять. Попробовать разок по фану. Разнообразно. Ой, Фёдор нас накрыл. Я убил предыдущего, убью и. Разрывной, надеюсь. Да-да-да, провода. Пинай его. Пинай. На. Ой, мы его не усилили. О май год. 1250. Подкат решает. Вы же знаете, да, что с вами будет сейчас, блядь? Нет! Тупо выжигание. Сука. 875. Машинное отделение, марш! Слава богу, я уже отвык от успешных миссий. Смотри, с кем ты работаешь в паре. О! Эй, ты куда? Разряди эту хуйню! Система безопасности, придурок! Нужны два человека. Я должен повернуть ключ здесь, в тот момент, когда ты введешь код деактивации там. Или бомба взорвется. Давай к бомбе. Я продиктую код. Быстрее! Съебет. Гарантирую. Он съебет. Это хуйня. Готов? Одно неверное движение, и она взорвется. Давай. Потяни рычаг, чтобы открыть консоль. Потянули. Введи следующий код. Я, Т, У, П, К, нет, тупица. А, К, Х, Е, Р. Теперь нажми желтую или кнопку, нет, чтобы подтвердить. Ну, какое-то слово, может, сказал. Ну что, вам мудозвоном опять жопы прочистили. Вы только что запустили ДНК-бомбу. Сукин сын! Это было очевидно. Ладно, мне тут надо на рейс успеть. На борту меня ждет крышка скотча. Секретарша может позову, что подсосала. Уже поздно. Найди выход отсюда. Не могу. Стены бронированы, сканирование невозможно. Да, вот поеб. Готово, давай. Пиздец. Nice. Куда мы идем, Грей? Все бессмысленно. Крепись, Иши. У нас еще есть шанс. Нужно добраться до спасательного корабля Сарана. Убить его к хуям и поехать домой. Держись со мной. Хорошо, Грей. Хороший план. Ты сдурел, что ли? В этом месте должна была быть какая-нибудь веселая шутка. Это не шутки, Грей. Это просто конец пути. Неизбежный конец. Похуй. Нет. Все так просто не закончится. Смотри, я нашел нам 200-метровую пропасть. Вот. Видишь, закрывает дверь, открывает окно. Что я тебе говорил? Может, ты прав. Наверное, всегда есть выход. Всегда есть. Прибьем этого подонка и свалим отсюда. Ну, не всегда. Преувеличиваешь. Далеко не всегда. Так, ебать, переебать нахуй! Мы вернулись туда, откуда пришли! В прошлый раз здесь не было пожара. Ладно,
Должен быть какой-нибудь... Возможно, это справедливый конец. Я бы предпочел умереть спокойно, а не бешено отбрыкиваться от судьбы. Это все из-за меня. Если я умру, не исправив это, мне не будет никакого покоя. Папа, в него стрелять. Грей. Баба. Слушай. Сейчас баба придет, да? Баба? Мы не одни. Да. Кто поднял? Да. Да! Мишка! Ох, из машины! Ты как вообще? Я кто, по-твоему, домохозяйка? Я же чертов командир финального эха. Я повредила электрокабель. Тут все разваливается. Ну, жива. Вперед. Ну, ладно. Найс. Да, и последняя миссия теперь точно. Простите, что не пришла поскорее спасать вас. Вы тут штанишки не обмочили? Нет, все сухо. А вот радости полные штаны. А ты там выглядел почти испуганным. Иногда мужчине страшно. Я не настолько гордый, чтобы это отрицать. Засекла. Корабль летит в космопорт. Отлично. Пошли. У меня руки чешутся убить кое-кого. Да, давно и пора. Что вы там? Зданию и так не весело. Давай спускаться. Идите за мной. С какой силой над колбаном сломал? Какую херню, блядь. Если бы я знал намерение Сара. Я в норме, правда. Спасибо. Пиздец. Так, она выжила. Один большой вопрос. Попахивает, конечно, бредом. Прям мучение, думала, будет сложнее. Ага. А далеко отсюда космопорт? Близко, но они будут ждать его. Быстрее, я понял. До космопорта. Ну, прозрачный лифт. Построить курорт со слугами-преступниками. Как оказалось, это была совсем плохая мысль. Спорю, те идиоты, которые тут все затеяли, повторяли, никакого риска. С этими баранами-то что происходит? Наверное, заметили корабль на орбите. Дерутся, чтобы добраться первыми. Хорошо, на нас внимания не обратят. Бля. Бля. Что-то много их. Можешь снопы? Там наверху один дерзкий есть. Бля. Оу. На нафиг. Вау. Ты чё творишь, блин? А нам бы тебе этот ударник использовать. Ты же фуловый. На нахер. Просто вот так тебе. Ой, блядь. Проще. Пиздец, нахуй. Сука, взяли, закрыли, нахуй, отход назад, блядь. Возьми снопу лучше. Надо было брать снопу. Заебал бы. С третьей попытки прошел. Пиздец, нахуй. Ару. Так. Да патроны нормально, блять. Один фиг ты им не пользуешься. Я тебе говорю, используй ударник, ты его не используешь. Так, все это закупил. Револьвер тебе не надо. Хотя мощный выстрел из револьвера, может, классно было бы. Подожди, надо выстрелить все равно, блядь. Не, я думаю, из этого баще, блядь. Интересно, как с этой было бы, наверное, тупо насквозь бы пронзил бы такой... Бэм! Не-не-не-не. Бот, 8 еще. Тупо 8 штук. Ба! Я вернулся, уёбки. Проклятие! Засада! Мы убить алкаша! Убить! Или убить нас. По сути, они должны разбиться с такого сути. Вот это точно. Даже если ты не стреляешь. Ой, все.
пиздос. 8 снопов, да. Единственное верное решение. Мам. Оу. Слоумо. Печь. Нам бы, кстати, как-нибудь пройти этот снайпер элит. Я давно у него не играл. Может быть. О, сзади. Снаряд на 12 часов. Бля. Ну тут только садится. Ой, да. А, вот этот. Хер, рюкзак. Найс. Бля. Ты мог бы рискнуть с дробовика подойти, но лучше не надо. Либо ударник. На нахер. Не, он так не умрет. Каспер, что ты не убрался. Теперь можно. Может быть, ты бы вообще его с ударника бы убил. Мы, кстати, не пробовали ни разу на нем ударник. Может, он вообще гораздо легче убивать. Бам. Ой, все. Туда. Ну почти фулл магазин, кстати. Чуть-чуть не хватает. Амуниша. О! Что произошло? Что-то они подорвались. Бля. Толстяк поднялся. А, он уязвимо стал просто. А, ну пойдет. Значит, все-таки ударник ему что-то наносит. Суть. Вау. Вау. Крыса. Там справа, да. Или где-то. Или уже нет. Все. Беги. Ой, там вот это. Раздражаю. Все вышло. Я только увлекся, сука. До космопорта добрались. Разделимся. Я пойду понизу, вы поверху. Так нас не застанут врасплох. Я помогу. Не надо. Я тебе жизнью обязан. Позволь мне сражаться с тобой. Ладно, давай. Хватит любезничать, у нас посетители. А как ты поверху пойдешь? Типа. А у тебя нету где пойти. А, ну тут. На закат. О, горячий парни. Бля. Все. О, так. Магазин, в принципе, не нужен. Ты, кстати, эти не юзаешь выстрелы. Мощный? Да. Надо двоих сразу. Блин, такие
плюс 400. Вот так. Ну нахер. Анальный секс. Анальный секс. Заебан. Еще и бухать. После анального. После анального секса, блин. Че за трэш? Компайна! Скайп, интоксикация. Оу. Сука, ебать меня. Ох. Я люблю эту войну, не дуча. Ты тоже молодец, Иши. Рада, что ты со мной. Стреляй. Все. Где поддержка сверху? Иду! Еба! Нихера. Чё ты поспешил? Ох, как поспешил. Ну, ну, бывает. О, всё. Пью. Грей! А где нет. Поддержка сверху? Просто пузо. Иду! Мне-то тоже надо было за собой прибраться. Бля, он не един. А, кью. Мощным выстрелом в голову. Если ты снайпер. Ну ты не снайпер. Да, ты не снайпер. Ты точно не снайпер. Ну, сука, разворотил. Как будто, знаешь, его ножиком порезали на несколько частей. Ты чё, охуел что ли? Моей мамочкам. Да, прям разрезали поперек. Воу-воу-воу-воу. Все. Все, иди. Стреляй по рюкзаку! О, найс. Читерство. Ну вот, теперь вы, дамочки, можете свободно идти. 700. Спасибо. Охеренно. О, эти взрывчатки. Бомба, жвачек. А, это наш. Амуниция. Ну, в принципе, можно закупиться, да. У нас эти мы все мощные выстрелы потратили. Мы попадем в космобор. Чего? Шли до Москвы, блин. А... Ебать. Будешь смотреть комбинации? Какие можно сделать? В смысле? Ну, статьи, вот это. Escape, да, это. Да. Типа, вот. Чё можно? Дорогие. Ну, много сделали. Пните оглушённого мини-босса сзади и выстрелите ему в зад. Снимите шлем с мини-босса, затем оглушите и обезглавьте его. Это как? Типа, пнуть и либо кьюшку нажать просто. Это, короче, мне сначала надо его, короче, этот, бля, сейчас тебе скажу. Сначала просто беру его, снимаю шлем, потом опять его оглушаю. Типа пинком или что-то такое. Ну, либо этим, так же притягиваешь его. Еще раз. Два ну, притягивания. Бум. И вот с этот, блядь. Убейте мини-босса, выстрелив заряженным выстрелом ему в живот. И ударив его ногой. Ты не до конца выполнил. Ну ладно. Пока недоступно. Но мы много сделали. Очень много. Подбросьте его гора в воздух и размажьте его о землю выстрелом из дробовика. Оторвите взрывному. Взрывом ноги врага. Убить врага выстрелов в него во время скольжения. Подбросьте врага в воздух и разморожьте землю выстрелом из дробовика. Дважды взорви врага в воздухе, а затем убей его до или во время приземления. Это пиздец, бля, читерский навык. Ну, это можете смотреть, ты это вообще с этого не стреляешь. Фу, ладно. Так. Куда нам было? А, да, пинай. А, прыгай. Оглушить надо. Не, сначала это. Шлем снять.
А в кого душить? Ну, может, ты да нахер. Ой. Нахер. Красава. Ты не увидел этого пидораса, блядь, сверху, который пуляет, блядь, откуда нахуй. Воу. Ой, блин. Ой, блин. Пиздец, нахуй, зажали, блядь, нихуя делать могу, блядь. Вот эти сверху пидорасы мешаются, блядь. Эти даже не могут подлечь, блядь, вот этих нижних уродов. Сука. Видел, у меня ты типа все с первой попытки проходишь. Типа. Да уйди нахуй. О, там это есть. Игры. На. Бля, присесть так, наверное. Вау. Да. Сука. Съебить. Съебить. Ня. Ну идешь, сука. Смотри, что я умею. Оп. А хуй там. Иди нахуй. Джи-джи. Сука. Дробовиком был убил, что ли? Ну и так. Да заебут, блядь! Ну его дробовик взять. Сейчас ты меня не послушал. А так бы шел на выбор. Ты иди нахуй! Блядь, это самая ебанутая, сука, локация. Ты чё, сука? Его разрывные. Блять. Ебать, стыд. Блять, это где мне нахуй-то стояли, чтобы, сука, от этих пидорасов везде, блять, прятаться? На двоих сразу. Многие стали жертвами нёхбабаэта. Блять, косыри. Лол. Тупо лол. Мать, анальный секс. Блин. Чё ты, сука, выебал? Ой, не-не-не-не. Ну, сука, откуда, блядь? Присядь лучше. И там, справа будет. Беги. Сейчас стрелит снизу. Да, здесь ты лучше. Уебал. Забей ему. О. Здорово, дядя. Здорово, братан. Пока. Гарри, сука. Нам не по пути. Куда шли? Вот это их много. Все чисто. Неужели? Да ты что, блядь? Вон из моей зоны комфорта. Пиздуна. Тебе понравилось? Да не в жизнь, нахуй. Бать, кажется, снаряд по 1600, ёбана. Нехило ты так потратился. Вот у тебя 5500, ты сейчас потратишь 4800, как минимум. В амуниции. Нет, я не сюда. Вон туда. Эх. Жаркая комнатка была. Что это за место? Зоны багажа. Сумки остались от туристов, которые не смогли покинуть мир. Целая куча мешков. Mm. Mm.
Растратил. Помойка. Не, прыгать не надо. Там что-то сверху надо было. Да. Подымайся. Блин, патронов тебе хватит, нет. На финального босса. Он же сейчас, скорее всего, будет. Но они амуницию по-любому должны поставить, как минимум раз. Да. Только про это говорил. И она, видимо, слева. Бей, бей, выбивай. Да. Классно. Ух, тебе надо этого купить дерьма. Для дробовика надо. И пойдет. Хотя у тебя только 350, ну ладно. Можно хватить. Ух. Выберите зону слета, пока сраный не улетел. Сделай заход на посадку. У нас 2 минуты. Трещи! Валим из дерьма! Угу. Беги! О. Вперед! Пошли! Иду я! Может, и так можно было пробежать, но... На... Да. Ебать! И вот этот дробашный пидор, его никак не обижать этим. Угу. Его поебал именно дать, сука. Ну, на легком уровне сложности пробежали по-любому. Они там мало дамажили. Или хотя... Бля... Вот это меня бесит, сука, больше всего, нахуй, тут. Опять закупаться, сука. Пиздец, нахуй. Надо стоять в самом начале. И не бежать. Все. Нет, а да, все, все. Ой, бля, уйди нахер. Нам не пристрелить эту броню. О, да, он умер, все. Найс. Так, меньше минут. Блин. Черепа делают свой ход. Мы под перекрестным огнем. Мы тут легкая добыча. Тут бежать-то надо. Подкат. Слышишь? Включается уменьшитель гравитации. Эта штука улетает без нас. Сука. Пиздец какой-то. Слышишь? Включается уменьшитель гравитации. Эта штука улетает без нас. Пистос. Должен успеть. Трап все еще опущен. Мы можем успеть. Давай. Давай. Фу, нахуй. Вроде успели. Не умерли. Живы. Правда, время уже истекло, наверное. А, нет. Саран. Саран обосран. Давай! Корабль уходит! Попадите на спасательный корабль, пока он не взлетел. Пьюшку, наверное, надо прожать. Опусти его! Да! Я. Ну, слава богу! Читерство. Зарешал. Близко. Включены основные уменьшители гравитации. Мы в воздухе. Так, чуть-чуть. Покупай. Все. А термочи дом. Давайте работать. Давайте. Доберитесь до сарана. Ну все, вот это вот точно последнее. Большая дверь. Не парься. У финального эха есть коды для любой техники конфедерации. Это увидят на мостике. Точно. Поэтому поторопимся. Не высовывайся. Открыть огонь! Иди нахер. Приз, ребятушки! Что еще за гнивы? Спецназ тяжелое эхо. Секретная армия Сарана. Ух, крутые бантяи. Ничего не скажешь. Спасибо. Спасибо мне? Я помогала делать.
Ладно. О, нифига себе, встал. Встал и стреляет. Все. Так, цепец. Ну, тут какие-то это новые, что ли? Необычные противники. Кислота какая-то. Фе. Уйди. Нормально тогда может. Бам. Ёбушки-барабушки, вы посмотрите. Трое уебанов едут без билетов. Вообще, я рад, что вы вернулись. Посмотрю, как мои бойцы тяжелого эха расчленят. Бля, хули они такие жирные, сука. С них раздробовиком надо. Раздрывными прям. Воткнулся. Забаговался. Бывает. Заебись, блядь. Бля, трэш нахуй ебать. Полный вперед. Амунишн найдем. О! Да ну, что у нас есть? У нас ничего нет. Все. Грей, смотри, где они прячутся. Отцепи стропы груза. Блин, было близко. Мухобойка. Четверых. Тупо всех убил. Ты чё, блядь? Что это было, я не понял. Пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! Убийственная эффективность! Мне нравится! Черт! Сколько хороших людей ты убил! Честных солдат, выполнявших свой долг! Но они же стояли между мной и тобой! Это оправдывает их убийство! Не так ли? Ах, коды не работают. Он от нас заперся. Тебя я впущу, Триш. Хочешь зайти посидеть у папочки на коленях? Ну и хуй со старым козлом. Я знаю другой путь. Помоги мне. Я открою дверь с другой стороны. Грёбаные трубы. Думаю, я смогу открыть эту дверь. Тришка отправилась. Она пошла убивать Сарана. Она за нами не вернется. Да уж. Думаю, что это в ее стиле. Да. Закорочу консоль. Может, получится... Ты бы себя видел, когда делал это. Выглядишь как Нарик чертов. Я открыл дверь. Да уж, ты открыл дверь с видом чертового Нарика. Тришка... Торопится к старому папаше Сарана, да? Плеснул тебе скотча и неистово тереблю себе яйца в ожидании твоего появления. Когда он заткнется? По кодексу Эхо она должна отомстить сама. Нахрен кодекс Эхо! Засрали девчонки мозги. Эй, стой! О! Черт, блин, я думал, это он. Я уже обрадовался. Она сделала выбор. У нас тут своя проблема. А, буквально. Понял, ты что, смотался, засал, что ли? Во-во-во-во-во. А, сейчас!
Давай. Снайпер. Снайпер. Да, сразу. Вау. Ой, там этот надо. Ну, нафиг. Двоих. Все. Живем. Детство не дамажит. Живем, живем. Эрку нажимайте. Все. Нихуя! Вы не можете! Никто из вас! Заходите, вам не понравится то, что найдете! Та-дам! Познакомьтесь с элитным оружием! Сука! Неждан. Да. Все вроде. Что нас пизданул, блядь? Можешь этот взять. Конечно, я бы отвечу. О, да! Время убивать! Ох, ты это для теха, блядь. Это я, сука. Так. Направо. Ой. Ой, бля. Такой же. Все. Миниганчик. Угу. Ух, хуя себе, блядь. Давай. Все. Там сараны и прячется. Я ломаю дверь. Постарайся снова не оглушить себя током, дуралей. Нет, я считал код с последнего. Прикрой меня, пока я буду его вводить. Прикрываю тебя. Веду мощный огонь. Кто-то побежит, да? Да. Они дерутся до конца. Эти дикари, как загнанные в угол раненые волки. Грязные, вшивые и вонючие. Ой. А я любил их. Это... Дуглас МакАртур. Настоящий воин. Слева, слева, не слева. Не чета нынешним. Ух ты. Привет, красавец. Ну и хуй с тобой. Рэй! С правого фланга! Все вышло. Все? О, пацаны, вы че? Кто так заходит? Не спеши, Рэй, у тебя столько времени, столько нужно. Это сложный процесс. Все? Растратил. Все, да. Ладно, готово. А у меня тут тяжелое эхо. Мы просто идеальная команда. Эти дураки не сравнятся с солдатами мертвого эхо. Вот именно. Ты опять проиграл, Грей. Леди тебя опередила. Ты убил моего отца. Всегда хотел тебя выебать. А теперь ты пришла, чтобы ебануть меня. После всего, ты что я сделал. Убил моего отца. Конечно, я. Эй. Не стреляй, дуванчик. А тебе не интересно, кому я отдал приказ? Кто спустил курок? Это крышеснос. Мертвое эхо. Они выполнили работу. Вот этот мерзкий хуй. Один и тот же человек убил мой экипаж и твой отряд финальное эхо. Ты. Чего молчит? А, типа потом меня сначала его. Или он что-то ей говорит? Так у вас знает. Че это такое? Хватит! Подумай! Именно этого и хочет Сарана, он тобой сейчас манипулирует! Сидит. Мои манипуляции еще и начаться не успели. Не контролирую себя! Найс. Верно. Моих рук дело. Круто, что дотянули. Придуши сосунка. Сломай ему шею.
Умереть в руках своего лучшего друга, а больше мне и не мечтал. Больше человек, чем машина. Ты можешь вырваться из-под контроля. Ты можешь справиться с искусственным интеллектом. Я не могу прекратить. Пиздец. Не заставляй меня делать это. Я тебя не виню. Хорошо, Крей. В последний раз. Какого черта? Ты, обезьяна злоебучая, делай, что тебе папа сказал. Ты заплатишь за то, что сделал с нами. Мальчик, ты умрешь, как откормленная свинья. Ты опозорил нас. Крэл был героем войны, а ты использовал его, чтобы убивать невинных. Я был конченным балбесом, дал хоть какую-то работу, и все. Давай. Ну уж прости, что она не зашла твоему этическому компасу, сестренка ПМС. Не, все. Ха-ха! Вот так, малыш! Я же тебе говорил, этот парень в бою хуев не пинает. Тебе же она не нужна была, правда? Ты не стоишь даже последних слов. Только грустные лужицы блевотины. Трай! Иши! Иши! Держись! Прикончи его! За мертвое эхо! Ты! Ты грязный уебок! Ну и говноед! Ну что вы за парочка первостатейных говноедов, а? И хуй с ним. На пушке свет клином не сошелся. Чё? Еба. А где эта дура? Да хуй-то. У него же такая же печатка, типа, как у тебя. Нано. Меня больше не скроешься. Я столько прошел и потерял все. Я иду, Сарана. Иду убить тебя. Болтун. Смотрим. Ты все еще никто, пацан. Мне все равно, кто я. Лишь бы ты сдох. Тришка, с тобой все в порядке, милая. Я тебя вытащу. Он... Сарана... Сарана сдох в мучениях. Заплатил за каждую покалеченную семью. За каждую невинную жертву, на которую натравил меня. Я знаю, что он обманывал тебя, Грей. Я поняла. Я не виню тебя. Я не... Мертвая. Это даже милее, чем распутные школьницы. Вот негодяй. Пусть эта мысль утешит вас, прежде чем вы разобьетесь насмерть. Ты сказал, что он мертв. Пиздец, блин. Нет, чтобы проверить. Я нахуй. Я, походу, еще не конец, значит, блядь. Сейчас будет нет. Нет, чтобы выстрелить контрольный. Почему? За что? Я в ахере. Кто ж знал, что космический пират заберет столько жизней? Еще одно крушение, еще одно большое падение, еще один провал. Грей, мне жаль Иши. Правда. Мой последний друг. Из-за меня его убили. Как и всех остальных. А, сукин сын! Да, вот примерно так. Прямо в объятия следующей катастрофы. Ты
Лол. Это еще одна миссия. Я охреневаю просто. Я уж думал, все, хэппи-энд. Ой. О, магазин. Чё? Патроны для снайперки купи. Так. Ну еще тут чуть-чуть можно, да, дробовик. Хотя, ладно. Привет. Вот, ударник. Все, теперь думаю, нам хватит до конца игры. Пинок. Ну, отлично. Надо торопиться. Доберемся до Одиссея. Найдем способ отключить ДНК-бомбу. Ясное дело. Может, найдем какой-нибудь пустой, забытый корабль. Заправленный, готовый к вылету. На нем, может, даже твое имя написано. Эй, подожди-ка. Что? Одиссей, там были спасательные капсулы, готовые к вылету. Ускорения не хватит. Если запустить ее в нужный момент, мы, по крайней мере, сможем вылететь за пределы атмосферы. А дальше Одиссей взорвется. И взрывной волной нас вынесет в открытый космос. Да похуй, стоит попробовать. Черт, тяжелым эхом подумали о том же. Вперед! Нельзя допустить, чтобы они добрались до капсулы раньше нас. Бля. Фига, он живучий. Лол. Ты по ему в лицо стреляешь, он вообще стоит ему насрать. А ударник не забывай. Если их много будет. ПС в жопу такую идейку, бля. Да нет никаких шансов, что она сработает. Ты же это знаешь, правда? Лучше, чем ничего. Нам все равно нечего терять. Ну, двоих пойдет. Ой. Сука. Я тебе не панская, только им. Так вот, понаблюдайте, пока вас порежут на кусочки. Да похуй, стоит попробовать. Да похуй. Теперь можете. О, блин. Нет, что-то очень долгий финал какой-то. Только не говори мне, что... Блядь. Да похуй, стоит попробовать. Сука. Черт. Тяжелым эхо подумали о том же. Вперед! Нельзя допустить, чтобы они добрались до капсулы раньше нас. Да. Да. Я в доме. Пулю кошку вытаскиваю, чтобы боялся. Он ассасин, он на плите стоял. Капота. В жопу такую идейку, бля. Да нет никаких шансов, что она сработает. Ты же это знаешь, правда? Лучше, чем ничего. Нам все равно нечего терять. Ты тут задел. Последний. Ну, хорош, чел, всех убью, блин, потом будет на этом где-то ответ. В прошлый раз не взял? Да. Новая амуниция. Бля, пиздец. Сдос. Ты не будешь подходить? Полетел. Там еще один справа, по-моему. Да. Секунда взрыва. Найс. Беги. Черт, Сарана уже установил время взрыва Одиссея. Нам пиздец. Еще есть время, шевели жопой. 40 секунд до взрыва. Ну, пошел. Да, блядь. 30 секунд до взрыва. Двадцать секунд до взрыва.
блядь. Так вышло, что на нем мое имя. Сука. О, чёрт. Что это было? Объясни мне. Ты пришел не на ту вечеринку, вонючка. Сначала запаковался на лестнице. Пиздец, блядь. Хорошо. Давай. Валим отсюда. Ого. Вечеринка продолжается, но только без нас. Хочешь присоединиться? О, да. Ну, Годзилла нахуй даже разошлась. Блядь. Я вернулась. Еще, а? Ха. Да мы поняли, что... Даже Годзилла, наверное, не выживет. Хрен с ним, не повезло. Все, война закончилась. Успешно. Всех нахуй просто. И тебя. Нет. Годзилле похуй. Она лично жить. Ну, у нее что, иммунитет что ли? Не ебу, честно. И жили долго они и счастливо. А, смотри нахуй. Не, про тех, которые в шлюпки улетели. И так появилось солнце. Вот да. Сейчас будет сюрприз. Это было дерьмово. Я оставил там всех своих друзей. А ты? У тебя все причины хотеть моей смерти, Тришка. Я твой друг, Грей. Я простила тебя, Хант. Как я и сказала, я знаю, что Сарана сделал. Я поняла, какой он долбанный психопат. Это не твоя вина, Грей. И это правда. Ошибаешься. Это моя вина. На твоем месте я бы тоже хотела убить Сарана. Он использовал тебя для убийства невинных. Рэл, Оливер, Иши. Они все погибли, потому что пошли за мной. Это моя вина. Поэтому они и пошли за тобой, чтобы отомстить виновнику их дерьмовой жизни. И я дал ему уйти. Итак, что же ты будешь делать? Ты конец, сука. Это, конечно, намек на продолжение, нахуй. Не знаю. Не знаю. Ах, как тебе? По итогу. Поближе только говори. Ну, по итогу. Хуя не играю. Ну, а так, в принципе, если потрещать, можно. Да, так. Нормально, пойдет. Постреляться можно, но заебало. И, блин, эти смерти, сколько ты умер за раз? Пошел. Ну. Да. Что они будут делать? Куда они полетят? Не понятно. Опять Сарана пиздит? Так Сарана же сдох. Да вроде он живой остался, сука. Думаешь? Плохо его знает. А может сдох. А если живой остался, значит ли продолжение будет? Получается, ну, планета бабах. Если он на планете остался, тогда все, он сдох. А если... Да он же не на планете, он же на шлюпке съебался. На корабле каком? Пиздец. Конец прикольный. Так, по итогу, нормально. Поиграть можно раз, но перепроходить ее это... Это пиздец. Ну нахуй, это еще на самом высоком уровне сложности. По фану получилось. Ну, рейдж мы как? Мы в процессе повысили только под конец. А тут в самом начале прям бэнс и все. И мы можем это пропустить, эти долгие титры. И должны что-то показать. Сэр, он очнулся. Да. Наконец-то, мать его! Какого хуя? Его-то заштопал лучше, чем меня? Это ёбаный позор! Какое-то дерьмо со мной сотворил! Сэр, генерал, мы сделали все, что могли. Ваши ноги и внутренние органы, ну, они были размолоты, генерал. Не с чем было работать. Заткнись, недоносок! Я очнулся не чтобы твое ебало оправдывающееся слушать. Разбуди гребаного пациента.
что, он роботом ну, стал? Ну, здравствуй. Как ты себя чувствуешь, сушиёб? Видел там бога, пока был в отключке? Это Иши, скорее всего. Бог мертв. А почему темный экран? Че за хуйня? Это баг? Или не баг? Отлично, вы разблокировали режим смертоубийства. Каждое оружие доступно с самого начала, и вы можете нанести все оружия сразу. И это еще не все. Если вы выполните каждый направленный удар для определенного оружия, то разблокируйте бесконечные боеприпасы. Вы сможете по-настоящему воплотить свое творческое начало. Да. Хочешь попробовать? Никита? Ты живой? Нет. Тебе понравилось это заманчивое предложение? Нет. А, есть режим эхо. Сыграть в режим эхо, соревнуться с другими... А, описание. Это фигня. Нет, это все. Мы в итоге прошли эту игру. Быстро мы ее прошли. Я этому рад. У нас тут есть скилл еще. О, скилл, скин. Duke Nukem Store. Алкаш и скачок какой-нибудь этот Арнольд Шварценеггер. Ну, лучше алкаш будет. В принципе, больше здесь ничего нет. Че в режиме эхо? А, сыграть в режиме про отдельное эхо, в котором со специальной соревнования разблокируют дополнительные правые игры. Нахер! Короче, тогда, наверное, закончим на этом данное прохождение. И если вам понравилось, то не забудьте поставить лайк под этим роликом, также делитесь своими комментариями, делитесь тем, какие игры стоит еще попроходить. Возможно, я их пройду. Ну, а пока что на этом все. Всем пока. Блять, всем пока.